Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика», в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Невидимый и опасный враг. На очередном заседании оперативного штаба обсудили ситуацию, связанную с распространением COVID-19. Высокие стандарты. В республике проходит ежегодный межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса в условиях неопределенности». Хранительница Мачага посвящается. В Доме правительства Чувашии состоялся торжественный вечер, посвященный Дню Матери. За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 126 жителям. 191 человек вылечился, летальных исходов 6. О том, как повлияли ограничительные меры на общую статистику, говорили на еженедельном заседании оперативного штаба. Напомним, со вторника удаленно учатся более 12 тысяч старшеклассников и 64 тысячи студентов Чебоксара и Новочебоксарска. Разницы в заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей пока нет, заявила вице-премьер республики, министр образования Алла Салаева. Сегодня у нас полностью закрыты 3 школы в республике. Это по-прежнему Красночитайский и Вурнарский район, которые находились и до этого в режиме карантина. И дополнительно у нас сейчас Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. В целом в образовательных учреждениях ситуация с коронавирусом стабильная. Вспышек не зарегистрировано. Медицинские организации, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19, имеют 7 аппаратов компьютерной томографии, 286 для искусственной вентиляции легких, более чем 1000 пульсоксиметров, около 1500 коек обеспечены кислородом. То, чем будем заниматься еще более активно, это развитие лечения пациентов в амбулаторных условиях, значит, на обеспечение лекарственных препаратов, которых выделено 45,82 миллиона рублей. Всего, значит, закуплено уже препаратов и поступило практически на 23 миллиона рублей. Остальная часть законтрактована, и поставки препаратов продолжаются. Кроме этого, в Чувашии начала работу единая горячая линия по вопросам коронавируса. Министерство цифрового развития создало в дополнение к номеру 26-14-14 горячей линии Минздрава единый номер 122. Сюда можно звонить из сотовых, из городских телефонов. Здесь синхронизованы телефонные линии Министерств здравоохранения, экономического развития, волонтерского штаба. Звонки на номер 122 принимаются круглосуточно. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Качество превыше всего. В республике открылся ежегодный межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса в условиях неопределенности». По традиции он проходит в рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества. Вопросы качества актуальны во все времена. Меняются стандарты, законодательство, но неизменным остается одно – высокие требования к выпускаемой продукции. И неважно, продукты ли это, товары первой необходимости или услуги. В любом случае потребитель должен быть уверен в качестве приобретаемого. Республика держит марку по качеству. Одно из таких показательных действий можно выделить то, что республику включили в пилотную программу по развитию промышленного туризма. В этом году форум проводился в очно-заочном формате. Эксперты выступали в том числе и в режиме видеоконференц-связи. Услуги, такие как бытовые, медицинские услуги, они стоят на первый план, и они обеспечивают потребительский интерес и качество. Конечно, услуги имеют и социальное значение, и экономическое значение. И прямое, и косвенное. Это и создание комфортных условий, это и позитивное влияние создания людей, это и стимулирование творчества, и создание рабочих мест, и, конечно, это сокращение и снижение биологической опасности. В регионе реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В нем задействованы десятки предприятий Чувашии. В рамках форума наградили лучших в сфере оказания качественных услуг и производства товаров. После пленарного заседания состоялись тематические площадки и онлайн-семинары по вопросам дистанционного образования в условиях пандемии, внедрения бережливого подхода и другим. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии в этом году было запланировано построить 10 футбольных полей с искусственным покрытием. Одно из них появилось в Красноармейском районе.
Когда-то в райцентре поле для игры в футбол уже было, но в силу обстоятельств оно оказалось заброшенным. Новое делали уже с учетом современных стандартов. Искусственное покрытие помогает контролировать скольжение мяча и выполнять подкаты без боязни получить травму. А система обогрева футбольного поля позволяет использовать его круглый год. Появилась современный искусственный газон, современные беговые дорожки, именно современное покрытие, сектора для прыжков в длину и сектора для метаний. Приверженцев активного образа жизни с каждым годом все больше и больше становится. По показателям прошлого года, по внедрению комплекса ГТО, мы занимаем второе место в республике. До конца 2020 года такие поля должны были появиться в 10 районах. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 300 миллионов рублей. Но, увы, на стадии завершения только одно – в Красноармейском. Возможно, к началу следующего года будут готовы еще 4. Причины задержки строительства очень важных объектов у каждого района разные. Практически все муниципалитеты в качестве основной причины этого называют низкое качество проектной документации. По двум объектам – Красночитайском и Ельчинском районах – работает один и тот же подрядчик, который срывает сроки строительства. В Ядринском районе при практически 100% готовности объекта подрядчикам и муниципалитетам не предоставляются заявки на финансирование. Чтобы устранить возникшие проблемы, связанные со строительством социально значимых объектов в районах, было принято решение о централизации функций государственного заказчика на базе казенного учреждения Чувашской Республики «Служба единого заказчика». Конечно же, хотелось бы, как обычно, намного быстрее все это реализовать, потому что очевидно, что та модель, которой мы сейчас идем, когда единая служба заказчика организовывает весь жизненный цикл строительства тех или иных объектов, это и проектирование, организация строительного процесса, ввод в эксплуатацию позволит избежать очень многих существующих сегодня проблем. Такой подход ускорит сроки строительства уже начатых объектов и предотвратит появление подобных ситуаций в дальнейшем. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. В УФСИН по Чувашии состоялся круглый стол, в котором приняли участие руководители региональных средств массовой информации. Тема встречи – совместная информационная работа. Пенитенциарная система всегда считалась одной из самых закрытых. Подвергнутые уголовному наказанию люди становились вне общества, если даже оно не было связано с лишением свободы. К счастью, времена меняются, и сегодня обе стороны заинтересованы во взаимном сотрудничестве. Специалисты регионального управления службы исполнения наказания рассказали руководителям СМИ о том, как осуществляется контроль и обеспечивается охрана прав и интересов осужденных. Важная тема разговора – помощь в социальной адаптации тем, кто нарушил закон. Было подписано соглашение об информационном сотрудничестве и совместной деятельности УФСИН с Союзом журналистов Чувашии. В круглом столе принял участие и директор НТРК Чувашии Вадим Ефимов. В воскресенье в России отмечают День матери. Он учрежден в 1998 году указом экс-президента страны Бориса Ельцина. Но история его началась еще в 1915, когда в Российской империи впервые был проведен такой праздник. По традиции в этот день принято поздравлять всех мам и даже будущих. Немногие знают, что в Чувашии работает первый музей, посвященный женщине-матери. В двух небольших аудиториях собран уникальный материал, который рассказывает о женщине с момента зарождения жизни на Земле до наших дней. Здесь представлены мифы и легенды древнего мира, репродукции бессмертных полотен известных художников Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, раскрывающих вечную тему женственности и материнства. Часть экспозиции посвящена славным женщинам России, героиням Отечественной войны 1812 года, отважным женам декабристов, царицам и императрицам, бесстрашным революционеркам. Музей был открыт в 1983 году стараниями студентов и декана факультета педагогики и методики начального обучения Дмитрия Егорова. Музей материнской славы был открыт в педагогическом университете не случайно. Ведь именно мать, по его словам, является учителем всех учителей. Она стоит у истоков педагогики. Именно мать – первый и главный учитель на всю жизнь человека.
История России и нашей республики сохранила немало имен женщин, подаривших миру великих ученых, государственных деятелей, поэтов, музыкантов, артистов. Отдельный раздел посвящен матерям-героиням, участницам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза и героям труда, деятелям культуры и искусства. Студенты педагогического вуза приходят сюда еще на первом курсе, сразу после поступления. Но и потом многих тянет в музей, чтобы внимательнее познакомиться с материалами. Кристина Волкова учится на четвертом курсе. Была когда-то на первом курсе. У нас тут проводили экскурсию, показывали, представляли. Но я тогда запомнила мало чего. А сейчас что вот запомнилось? Ну, сейчас мне, конечно, запомнились больше предметы. Стало намного интереснее. Тогда мы смотрели вроде только вышивку, как я помню. Но сейчас много всего появилось. Дети всегда благодарят родителей за то, что они много всего сделали нам. Во-вторых, мне кажется, ну и все равно как-то мы вспоминаем матерей сразу же после таких выставок. Сейчас мало кого удивишь большими витринами с фотографиями. Людям интересен интерактив, хочется потрогать экспонаты руками. И в отличие от многих других музеев, здесь это делать можно и даже нужно. В фондах музея сейчас находится почти 3000 экспонатов. Конечно, все разместить очень сложно, тем более, что экспозиция постоянно пополняется. Нам предстоит большая работа по пополнению наших экспозиций. Именно нам хотелось бы собрать материалы о современной женщине, которая проявляет себя и как в своей профессии, и как мать. Мы ведем такую работу. Для этого музеем объявляются различные акции. Например, проводятся встречи, да, с интересными людьми, с успешными людьми нашей республики. Проводятся встречи со студентами. Мы приглашаем многодетных мам, проводим вот встречи в этом зале, где многодетные мамы делятся секретами воспитания детей. Ребятам это очень интересно. Студенты с увлечением слушают и задают очень много вопросов многодетным мамам. Мы сотрудничаем с Союзом женщин Чувашии. В нашем зале появился экран, телевизор, да, где мы можем провести демонстрацию каких-то мультимедийных презентаций, фильмов, видеороликов и так далее, да, об этих женщинах. Мультимедийные экспозиции, различные конкурсы, квесты добавляют интереса. Поэтому двери музея матери открыты всегда. Татьяна Молокова, Георгий Кривошеин, Республика. Появление на свет долгожданного малыша – счастье для семьи. А если появляются сразу двое или трое, счастье увеличивается кратно. В республике с начала года родилось 6 троен и 174 двойни. Одна из счастливых пар, в которой появились тройняшки – семья Андреевых из Чебоксар. Выносить, родить, а теперь уже вам сообща, с вашей помощью нужно будет помогать, воспитывать. Первенцы в семье Андреевых появились на свет раньше положенного срока, с весом не более 1,5 килограмма. Совсем скоро им исполнится 2 месяца. Они весят уже по 3 килограмма и заметно окрепли. 29 ноября – Международный день матери. В преддверии этой даты мы поговорили по скайпу с Ларисой Андреевой. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Вам повезло одним махом стать трижды мамой. А как такую новость вообще восприняли вы и ваши близкие? Нам с детства родители говорили, что у нас вообще и у меня, и у сестренок могут родиться близнецы, потому что у нас в роду много близнецов, да и сама у меня мама из близняшек, поэтому мы были готовы к двойне. Но когда узнали, конечно, что будет их три, были немножко в шоке. Ваша беременность пришлась на период пандемии. Вообще, как проходило ваше ожидание чуда, учитывая, тем более, многоплодность? Какие-то особые наблюдения, может быть, врачи назначали? Как вообще с этим дела обстоят? Как обычно, как и у всех. Просто почаще делали УЗИ каждые 2 недели. Ходила в маске, как и все. Избегала скопления народа. Последние недели, конечно, было тяжеловато уже ходить так. Живот уже такой достаточно большой был. А вот скажите, пожалуйста, кто у вас на свет появился первым? Как вообще имена подбирали малышам? Первая родилась Ева, девочка. А потом родились мальчики-близнецы Савелий и Серафим. Имена выбирали мы долго.
Ну вот и остановились на таких необычных. Ну вот у вас трое детей, и с одним-то не просто справляться. Как вы сейчас справляетесь? Кто вам помогает? Помощников у нас много, очередь становится. Сестры, двоюродные там сестры, братья, бабушки, дедушки, все приходят по очереди, помогают. Поздравляем с прибавлением семьи и, конечно же, успехов, удачи. С наступающим Днем Матери! Подведены итоги онлайн-марафона «Мама в моде». В канун Дня Матери победителей отметили наградами. Для всех, для нас, мама – это, конечно же, первое слово. Даже для тех, кто является мамой. С одной стороны. С другой стороны, мама – это, конечно же, теплота, доброта, красота, уют, комфорт и защита. Руки матери могут многое. Сегодня мама и успешная бизнес-леди, и хранительница очага. Ей подвластны все сферы, от традиционно женской кулинарии до самых сложных профессий. В преддверии Дня матери вся республика, районные и городские женсоветы активно включились во всероссийский онлайн-марафон. Такого обилия талантов и ярких творческих работ никто не ожидал. Это удивительно, просто феноменально для женщины, что мы с вами обладаем таким качеством приносить в эту жизнь свет, любовь и радость. Я очень рада, что действительно такой марафон мероприятий прошел по всей республике, откликнулись все районы, все крупные предприятия, прекрасные семьи, удивительные кулинарные шедевры, песни, танцы. Ну, знаете, это прям вот когда мы просматривали, это было великолепно. Декоративное искусство, вокал, кулинария – целый букет номинаций. Победителей и самых активных участников конкурса марафона «Мама в моде России» фотоконкурса «Моя семья в Чувашии» наградили от Союза женщин и Совета отцов Чувашии. Комсомольское районное отделение Союза женщин Чувашии очень активно принимало участие в марафоне, посвященном ко Дню матери. Активными участниками стали дети из детской школы из Комсомольского района. Их таланты безграничны, многогранны. Но самая главная и благородная роль – это воспитание детей. Поэтому благодарить за материнский труд стало доброй традицией. Многодетную маму Екатерину Кузьмину, которая наравне со своими четырьмя воспитала шестерых племянников, глава Чувашии наградил почетной грамотой Чувашской республики. С инициативой о награждении мамы высокой наградой главе республики обратились ее дети. Присутствовать на церемонии многодетная мама не смогла. Награду получил за нее сын. С 2000 года мы воспитываемся в многодетной семье. У нас 10 детей. В 2000 году у нас мама умерла, родная. После рождения сестренки. Ей было тогда месяц. Многие думали, нас хотели разделить, в интернет отдать. Но тети с дядей не решились на это. Они взяли нас шестерых в один день к себе. И наша мама так в один день стала многодетной матерью. У нее были своих четверо детей и нас шестеро. Выразить наши чувства словами невозможно. Мы ей очень благодарны. За твои глаза, за янтарные искры, за улыбку среди серых дней. Никого не будет в этом мире, мама. Для меня не ближе, не родней. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев. Республика. В Чувашии завершается прием работ на разработку эскиза памятной медали в честь строителей Сурского рубежа. Организатором конкурса выступила администрация главы Чувашии. Напомним, 2021 год в республике посвящен строителям Сурского и Казанского рубежей. Памятная медаль не будет входить в систему государственных наград Чувашской республики, а станет видом поощрения. Оборонительные сооружения строились во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах, чтобы перекрыть доступ врага вглубь страны. На самую масштабную стройку в Чувашии было мобилизовано более 170 тысяч человек. Победителю конкурса будет выплачена солидная денежная премия. Желающие представить свои работы на конкурс еще могут подать заявку. Отдавая дань трудовому героизму и самоотверженности участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, главой Чувашской республики Олегом Алексеевичем Николаевым принято решение об учреждении медали, посвященной 80-летию строительства
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На сегодняшний день проводится конкурс на разработку проекта эскиза памятной медали. В данном конкурсе могут принять участие все желающие, у кого есть таланты, в том числе и молодежь. Буквально на следующей неделе комиссия рассмотрит проекты эскизов памятной медали. И мы уверены, что памятная медаль будет достойна наших участников строительства. Ежегодно в Чувашии выбирают лучшего специалиста, работающего в органах государственной власти республики. Сегодня прошло заседание Организационного комитета конкурса, где участники представили свои проекты. Заявить о себе в этом году решили 13 человек. Строгий регламент и пристальное внимание экспертной комиссии. На все выступление отводится не больше 10 минут. Темы проектов самые разные. От здравоохранения до института семейных отношений. Например, Наталья Арсентьева всерьез обеспокоена высоким уровнем разводов среди молодежи. Решение видит в создании сети бесплатных консультаций психологов в органах ЗАГСа. Существует проблема. Действительно, многие молодые пары, семейные пары не умеют строить отношения. Нет понимания о ценностях семейной жизни. Поэтому необходимо научить создавать и сохранять счастливые семейные отношения. Подобные конкурсы помогают специалистам заявить о себе публично и показать весь арсенал своих профессиональных способностей. Творческий взгляд только приветствуется. Однако, в первую очередь, проектная работа должна носить конкретный характер. Мы ожидаем от участников нашего конкурса наиболее важных, наиболее актуальных проектов, которые будут носить максимально прикладной характер и позволят уже в ближайшее время решить наиболее актуальные проблемы, которые стоят перед населением нашей республики. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей состоится в середине декабря 2020 года. Ольга Семенова, Ольга Алексеева, Александр Атиков, Республика. День чувашской вышивки в республике отметили впервые. Преемственность традиций помогает сохранить уникальное культурное наследие народа. Вышивание – самый массовый вид чувашского декоративно-прикладного искусства. В уникальных узорах заложена мудрость веков. Еще в начале 20 века этим мастерством владели все девушки. Вышитая одежда служила женщинам всю жизнь. Особо ценные экземпляры во многих семьях передавались из поколения в поколение. Через чувашские узоры я соединяюсь с предками, которые вышивали 100 лет назад, 200 лет назад, тысяч лет назад. И когда я вышиваю, я чувствую тепло их, любовь, их мудрость. Праздник отметили в Чувашском государственном театре оперы и балета. В фойе была развернута обширная экспозиция. Праздник так хорошо подготовлено, все такие костюмы, столько музыки, столько фотозон, столько горящих глаз и улыбок, которые любят свою культуру, это не может не радовать. Мне нравится чувашская вышивка, я бы, наверное, даже тоже уделила этому время и научилась. Вышивка давно уже стала знаменитым чувашским брендом. Современные мастерицы по-своему стилизуют орнаменты для нынешних модниц. А это значит, что у народного творчества есть будущее. У нас есть вышивка и в школах, есть в учреждениях дополнительного образования, есть музеи, есть предприятия, которые занимаются производством изделий из вышивки. Все это говорит о том, что вышивка – это то, что имеет неоценимое, уникальное значение для нашей национальности, для нашего народа. Специально к празднику в республике прошла акция «Цурбан-Перле». Ее участниками стали мастера народных промыслов со всех районов. Вышитый сообща «Цурбан» представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца. Лучшим мастерам региона были вручены награды и памятные медали, изготовленные специально к столетию Чувашской автономной области. Ольга Семенова, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Республика. Чувашские узоры. В музее вышивки состоялась презентация работ народной мастерицы Марии Симаковой. Выставка приурочена ко дню чувашской вышивки и столетию образования Чувашской автономии.
Наверное, ни музейные работники, ни сама Мария Васильевна не смогут посчитать, сколько узоров вышито за многие десятилетия. Часть знаменитой коллекции хранится в фондах Чувашского национального музея. Что-то дома у мастерицы. Скатерти, салфетки, занавеси, полотенца, декоративные панно, костюмы. Коллекция насчитывает более 130 предметов. Мне очень нравится чувашская вышивка, если вот так сказать поглубже. Я ездила раньше, когда еще Союз был, на ярмарки, на выставки, все. Я всегда, мне интересно было сравнивать. Лучше нашей своей чувашской вышивки я не находила на всех на ярмарках, потому что она у нас с обоих сторон, с изнанки нет узелков, и сверху никаких узелков. Посмотришь, там разные, как сказать, швы выполненные, я таких не видела. Поэтому я горжусь своей традицией нашего народа. Особое восхищение у гостей мероприятия вызвала уникальная вышитая работа «Панно. Древо жизни». На ней вышиты имена более 20 знаменитых людей Чувашии. Когда у нас есть такие мастера, как Мария Васильевна Симакова, когда у нас есть такая фабрика, как Пахатера, мы вышивку не только сохраним, мы сделаем ее популярной, еще более популярной не только внутри республики, но и во всей России. Украсил презентацию народный фольклорный ансамбль «Шардан». Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин, Республика. Это были главные новости пятницы, 27 ноября. Хороших вам выходных. До свидания.